Это крупнейшее на северо-западе России предприятие по производству спичек. Юрий Кузин сегодня встретился с руководством фабрики, чтобы узнать лично, как живет предприятие, чем гордится, что планирует на будущее и какие испытывает трудности. Кроме того, чтобы понять, чем город и ФСК могут быть полезны друг другу. Мы познакомились непосредственно с технологией, с технологическим процессом, пообщались с руководством, какие есть сложности, узнали о инвестиционных программах предприятия. Планируем встретиться с коллективом, поговорить о том, какие вопросы их волнуют из жизни города, какие наказы есть депутатам городской думы, к мэру города, к руководству города. Я считаю, что такие встречи важны, потому что можно формально обменяться документами. Запрос мэрии в отношении руководства предприятия, представьте информацию о ваших планах, ну и такой же формальный ответ. Нам важно понять, чем живет экономика города, с какими сложностями сталкивается и чем город может быть полезен прежде всего предприятиям промышленным, потому что они формируют экономику и стабильность нашего города. Очень рад встретиться с Юрием Александровичем. Мы давно знаем его как рачительного хозяина, хорошего руководителя. И поэтому очень рады нашей встрече и готовы обсудить любые вопросы, касающиеся жизни города. И все вопросы, касающиеся взаимопонимания. Среди спичечных предприятий России Череповицкая спичечная фабрика – самое молодое предприятие. Она была запущена в работу в 1973 году. Сегодня с конвейера предприятия выходит в день 6,5 миллионов коробков, и в каждом не больше, не меньше, а 40 спичек. Это уже традиция. В ассортименте бытовые, хозяйственные, туристические, охотничьи, спички-книжечки, соломка для экспорта и палочки для мороженого. Рынок реализации – десяток стран мира. И в будущем, как заявляет руководство фабрики, они намерены только увеличивать сбыт своей продукции. Людмила Макарова, Сергей Меньшиков, информагентство «Череповец».